Ну что ж. Идем дальше. Что у нас там? Лондон, Англия. Брошенный завод. Объект Резанури. Известный поставщик оружия и наемников для частных группировок, готовых не подкупиться. Мы уже прибегали к его услугам, желая убедиться, что ряд организаций получит от него отказ. Но он всегда соблюдает политический нейтралитет и готов сотрудничать с любой стороной. Прослушка по IP-протоколу показала, что Нури уже 2 года работает с инженерами. Мы отследили, что за переводами на его счета и за действиями инженеров стоит один источник. В связи с этим мы вынуждены считать Нури их союзником и нашим врагом. Его следует немедленно уничтожить. Рад ли за вас? Давай. Вот те данные, которые ты просил. Спасибо. А могли бы обойти все эти административные заборы? Разреши ты мне влезть в базу Ми-5. И нарвались бы на международный скандал, а ты бы гнил в Дилмарше до конца жизни. Если попасться. Меня просветите? Номерами паспортов, полученными от Нури. Анализ сети, передвижений, финансовых операций. Тупая аналитика. Просто скажи, что нашли. Ничего. Можно было не копаться в куче бесполезных данных, только время потерял. Твою ж мать. Инженеры в Лондоне. Тупая аналитика? Браво, Грим. Все эти люди связаны с Садиком? И между собой. Спящая ячейка. Была. Они в действии. Что будем делать? Чё? Есть только один вариант. Да, пора уже пощупать Ми-5. Отставить, Чарли. Нельзя рисковать. Садик бывший британский агент. У него там могли остаться друзья. Стоит его спугнуть, и он заляжет на дно. Похоже, они окопались на старом заводе. Он прямо на воде. Много позиций для снайперов. Я проработаю план. Чарли, помоги ей. Брикс? На связи. Новое дело. Веди наблюдение. Сейчас буду. В старом здании узкие коридоры. Будь осторожен. Возьми трикоптер, он поможет избежать... Да похуй. Знаешь, то, что ты пиздишь, я ничего не возьму. Отлично, Брикс. Я пошел. Понял. Выдвигаюсь к точке Браво. Подхожу к заводу. Внутри засели бойцы, доставшие краденые паспорта у Нури. Сэм, активное движение на первом этаже. Лучший вариант – крыша. Понял. Is that a good deal?
таскаешь не строишь. Грим, лезу по стене завода. Брикс, прикрываешь? Есть. Я в точке Браво. На выезде грузовик. Похоже, они вывозят груз. Ясно. Сэм, впереди. Охренеть, как ты? Красиво. Спасибо. Я на крыше. Я видел старые чертежи. Раньше здесь мололи муку, так что в северном крыле должен быть грузовой лифт. Sniper 1 checking in. Everything's clear.
сюда не просто тупых боевиков. А поконкретнее? Здесь опытные спецы. Инженеры, химики, снайперы, техники. Прямо сплошные звезды. Добавь в список профессиональных водителей. Это мы отслеживал тот грузовик. Чувак проехал все туннели города и не один раз менял машину. Он ушел. Его груз как-то связан с новой атакой. Ясно.
Начали спускаться. Похоже, они сматываются. У нас мало времени. Еще ниже. Еще один грузовик. Я вижу. Хоть этот не потеряй, Чарли. Юмор, что-то новенькое. Так, работайте. Я на погрузочную. He looks at you like he's looking at a piece of hardware. Я в главном офисе. Похоже, отсюда бежали в спешке. Бумаги из Ирана. Похоже, это код. Теперь ясно, зачем слежка за Нури. По бумаге прям? Сканирую. Где делали? Похоже, мы нашли доказательства причастности Ирана. Передай их Колдуэлл и побыстрее. Черт. Грим, взгляни-ка на это. Это города, где будут совершены теракты. Что это? Грязная бомба? Не знаю. Сканирую путевой лист. Ну что, это все? Да, это все. Да, собирай людей, мы выдвигаемся. Похоже, уходит последняя партия. Прикажи Бриксу остановить грузовик. Отставить. Это последний шанс проследить за ними. Надо поставить маячок на груз. На них им защита. Не ясно, что тебя ждет. Меня готовили к худшему. Если тебя засекут, все кончено. Ты забыла, с кем говоришь? Ага, блядь.
прям. Серьезно? Компоненты химического оружия. Производные Вигаза. Как ты узнал? Угадал. И нашел бомбу в укупорке. Открываю. Сэм, раз эта штука в укупорке, то без нее она очень опасна. Они не должны найти маячок. Шанс только один. Даже пара микрограмм будет смертельна. На месте. Выхожу. Подожди. Что? Я перехватывал звонки, проходившие через ретранслятор возле фабрики. Грязный трюк, но... Это на западный берег. Под мостом поменяйтесь местами и выдвигайтесь. СМИ засек частичное совпадение голоса. Возможно, садик на территории. Сбрось координаты на Апсад. Дальше я сам. Есть. Сэм, пока фура не уедет, там опасно. Я тихо. It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. Да. Мне их убивать нельзя. Сэм, пока фура не уедет, там опасно. Я тихо. It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. If you're scared to drive it, I can find someone else. I'm not scared, I'm just cautious. And you should be too, mate. Thank you.
стрелять можно. Если здесь садик, он будет в самом центре их штаба. Там, куда ты идешь. Сэм, Грим, грузовик пошел. Жучок работает. Супер. Отследим его хоть на другом конце света. Отлично, без света. Плохо, Сэм. Дорогу тебе блокирует пункт санобработки. Отставить. Лучше отход прикроешь. Наша главная цель — садик, а не я. Штормить.
давление, одышка, тахикардия. Сэм, все это симптомы действия нервного газа. Я в норме. Если, блядь, в норме. Я пошел. Больно радушный прием. Я отдавал приказ? Я думал... Теперь ты запомнишь. Нури привел тебя сюда. Так у тебя еще есть друзья в разведке? Поздравляю. Отвечай на вопрос. Сдайся, и, может, будешь жить. И кто же ты? Явно американец, только... А это что? Керамид. Поучился из-за границы, а? Ты спецагент, но на тебя ничего нет. Человек-загадка. Кто ты такой? Тот, кто тебя убьет. Ба! За то, что я вне закона? Что не просто так убиваю? Выходит, мы с тобой похожи? Нет, ты... Ты убиваешь невинных людей. Вот. Потому что твой... Президент посылает вас туда, где вам не место! Пошел ты! Где твои люди? Да, логика. Логика прямо... Это Макаров. У тебя один патрон, и он тебя не спасет. Уверен? Одного как раз хватит. Вали его, Брикс. Чёрта с два, Сэм. Стреляй! Ну! Брикс, сделай что-нибудь. У Сэма почти нет пульса. Ты ошибся. Беги за Садиком. Это приказ! Чтобы Сэм выжил, а тропина недостаточно. Быстро на крышу! Сэм, ты как? Убираемся отсюда! Что за терминаторы? Дымовые! У них тепловизоры! Их!
ногах, Сэм! Сэм! Тормози, Сэм! Да ебаный, чисто! Все чисто! Грим, маяк на месте! Вертолет вылетел! Держи свой нож! Сэм! Ты мог убить его! Садик был наш! Что мне было делать? Закончить дело! Подожди, Степан. Нет, ничего важнее. Ни я, ни ты. Ничего. А Сара? Отвали! Все, Брикс. Больше я тебя не беру. Че, дебил, что ли? Перспективы? Тебе надо отдохнуть, но показатели уже в норме. Не я, Садик. Ушел. Но маяк работает, так что мы отслеживаем контейнер. Сэм, нет. Отдыхай. Мне нужно просмотреть наши данные по Ирану. Президент вчера придала их огласке. Страна жаждет крови. Тогда почему мы здесь? Грим не верит, что Иран замешан. Тебе не надо калибровкой заняться? Что? Когда инженеры оставляют за собой след, это всегда ловушка. Мы могли их спугнуть. Знай, Садик, о нас, его бы там не было. Мы не можем по ошибке вовлечь страну в войну. Ты права. Ошибаться нельзя. У нас много работы. Снаряга. Да. Очки, да. Ночных операций. Ладно, камера светлая, просто убрать светлую. Так, спецкостюмы. Thank you.
все, и нет бабла. Сразу. Пиу. Хуяемся бабло. Что, надо Саре звякнуть. Что есть на генерала? Жена, есть ребенок. Привет, малыш. Привет. Ты как, пап? Голос уставший. Да, денек был еще тот. Слушай, плохие новости. На День Благодарения я не приеду. Да, я и не ждала. Парад в Нью-Йорке все равно ведь отменили. И правильно сделали. Один парень решил не ждать черного списка и открыл пальбу на Пятой Авеню. Погибших нет, но... Боюсь, он не последний. Увы, опасаюсь. Ты прав, пап. Будь осторожна. Знаю, знаю. А то ты меня убьешь. Люблю тебя. И я тебя. Да. Что с уровнем активности в здании? Так, ну все. Так, загрима. Испытания все. Не знаю. Ладно, так все, давай.